Друзья, всем здравствуйте! Добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня, друзья, поеду на Икарусе от Пскова до Невиля на своем Икарусе. Также я ему такой сделал маленький тюнинг. Вот. Ну и вам, друзья, желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее, готовьте себе вкусняшку какую-нибудь. Вот. Ну, а я, друзья, буду... Ну, а я пока что буду заходить, друзья, в Икарус. Ну вот, друзья, сел я за руль. Пассажиры готовы к поездке. Коллега мой с накладной. И опять же с кружечкой кофе я. Запускаю Икарус. Немножко прогрею я Икарус. Ну и сейчас, друзья, буду маршрут строить и делать. И поедем. Ну вот, друзья, маршрут готов, построил его. Закрою дверь. Лампочка потухла. Снимаю с ручного тормоза. Тоже лампочка потухла. И поехали. И буду потихонечку выдвигаться и выезжать с автобусной станции и с Пскова. Включу фары. Ну и поехали. А вам, друзья, желаю послушать пока что звук от Икаруса. Ухожу направо. Звуки, друзья, просто отличные. Коллега, может, захочет сходить водички себе купить, а я дверь открыла. Снимаю с ручного тормоза, дверь закрыл, коллега мой уже сидит. Ну и потихонечку буду выдвигаться. Тут ухожу направо. Выехал с Пскова я. И едем, друзья, дальше. Ну и также с вами я. Андрей Сухин. А то вначале забыл представиться. Ну, хотя, друзья, все равно вы знаете меня. Вот. Потихоньку уже вечереет у нас. Ну, а пока что, друзья, едем дальше. Обгоним маленькую машинку. И поехали. Также, друзья,
в начале или в конце я добавлю еще некие скриншоты к этому видеоролику. Нашел я, друзья, еще автобус такой советский, старенький. Тоже то ли ЛАЗ, то ли ЛиАЗ. Вот. Ну, хотя это все будет в описании и в названии к этому видеоролику. Икарус и ЛиАЗ, то ли ЛАЗ, как-то вот так автобус еще один называется. Это то ли такие автобусы, они были в 90-х, либо в 2000-х годах. Вот. Такие старенькие автобусы, как вот Икарус вот этот, на котором я еду, и ЛиАЗ, то ли ЛАЗ, как-то так автобус еще назывался. Но такие автобусы, друзья, я очень люблю, и такую старую советскую технику, особенно автобусы. Вот. На, а также на которых я ездил там школу, со школы домой. Особенно сзади, когда сидел я, автобус сзади сидел. Там вот соляркой так пахло. Это такая романтика, как по мне, была. Таких автобусов, конечно, уже нету, друзья. И с одной стороны печально. Вот. Так. Ну, а я заеду на остановочку. Открою двери. А то, может, пассажир какой-либо данный хочет выйти. Закрыл двери и поехали. Ну и также рейс на Икарусе по России. Вот у меня сегодня. Ну вот, друзья, мы и в Невеле. Вот. Ну что ж, друзья, вот я и приехал в Невеле на своем Икарусе. Вот, если кому-то данный видеоролик такой мой понравился, то, друзья, лайк, колокольчик и подписывайтесь. И пишите свои комментарии, какие из таких автобусов вы помните. Вот. Ну и хорошего вам дня настроения, друзья. С вами был я, Андрей Сухин. И всем, друзья, пока.